Думаешь? Богаче выбор. Хочешь вон на завтрак хлопья с молоком? Мусорные пакеты будем брать? Да, надо взять один пак. Блин, я хочу хлопья. Вот только какие взять? Какие-нибудь вкусные. Кольца. Давайте возьмем Fruit Loops. Я такие в детстве ел, блин, она огромная. Чуть поменьше есть. Apple Jacks. С яблочным вкусом. Такие огромные коробки. Если я один живу, и меня что, таким образом приобщают к семейным делам? Nintendo Switch. Замутите челлендж по острым соусам. Я думаю, что не стоит. Мы же не дурачки. И заботимся о своем здоровье. Я думаю, что много ретардов, которые уже засняли подобные челленджи. Это что за гадость такая? А, это разбавлять нужно. Понятно. Лаги. Ребят, я понимаю, что лаги. Я могу либо выключить трансляцию, либо терпите лаги. Какой смысл писать-то мне? Я уже поменял качество. Вы же знаете. Вы как будто впервые стримы смотрите, РЛ. Не дурите. Лучше от этого не станет. Короче, я возьму эту огромную коробку. Там вон монополия внутри, кажется, есть даже. Какого черта? Почему бы и нет? Где он? Вот он. Взял или нет? Вода нужна. Сорян, меч не было, правда. Слушай, нам же это еще порошок нужен в первую очередь. Какой порошок? Можно... стиральный порошок. Про стиральный порошок говорили мы, дружок. Яйца ты берешь. Посмотри. Давай. Белые яйца. Чистенькие. Да. А, видишь, битые. Нет, это мы не берем такое. Не берем. Так, я возьму водички тогда. А молоко. Я даже не знаю, где молоко. Но я тебе доверяю. Мы уже много яиц употребляем. Много достаточно, да. Ну, я думаю, что... Подожди, сегодня какое число? Сегодня 1-го числа. Сегодня 1-го числа. 2-е, 3-е, 4-е. Да бери. Ну, покидаемся. Ну, останется, покидаемся, да. Так. Водичку надо взять. Водичка. Spring water. А есть без вкусов? Pure line, purified water. Окей. Печеньки, кстати, да.
тоже неплохая тема. Но потом запор будет от этого печенья. Хотя Орео это клево. Блин, 12 упаковок Орео по 6 печенек. Взять или нет? А взять или нет? Единичка взять, нолик не брать. Единичка взять, нолик не брать. Сейчас. Сек. Сек. Значит, знаешь, что мы еще не нашли? Слушай, ну тут чат говорит, нужно взять печенье, поэтому... Печенье? Беру печенье. И молоко тогда возьму. Молоко, да. А где молоко? Ты знаешь? Молоко вот там. Честно говоря, мне реально очень стрёмно здесь брать молоко. А ты другое не найдешь. Оно здесь в таких вот бодягах. А ты какой хотел? Другое? Такое, знаешь, обычное, теплое. Обычное, теплое печенье? Ну, как теплое. Ты наркоман, что ли? Цвета. В смысле? Теплого цвета. Типа. Где молоко-то? А, вот оно. Берешь такую печеньку огромную и с молоком берешь. Да, да. Ну вот оно молоко. Скачат выберет, какое молоко будет. Не-не-не. Вот это я бы не доверял. Чату. А соевое молоко не хочешь взять? Это ровно. Если что, уже ничего нету. Да. Главное на него не попасться сейчас. Ну ты вообще пьешь молоко-то? Вообще, я иногда пью. Я люблю. А что? Плюс можно омлет сделать там. Ну что, поменьше возьмем? Вот такие вот? Я или, думаю, или побольше? Хотя у нас есть печеньки, поэтому... Вот да, 2% это норм. Хер его знает. Мы же все-таки американская семья, поэтому, конечно, нам нужно это большое. Мы уже семья с тобой, да. В смысле, мы все вместе живем там в доме, в семье. Мы же не только про нас говорили. И дети наши, да, на проводе. Да, да, да. Миндальное, говорят, берите. Не, лучше, вот, без... вот. Что? Вот это миндальное? Это гудков был. Ну вот, миндальное. А, молоко миндальное? Да. Не, в очко, я думал, печенье миндальное. В очко молоко, хочу миндальное печенье. Так, значит, смотри, куриные грудки теперь нам надо. Вода есть, молоко есть, помидорчики, вот это вот все. Очень не хватало помидоров. Огурец у нас есть длинный такой. Длинный, зеленый. Бананы есть, банан, но нет, пока банан, еще. Банан закончился. А, уже один все? Банан остался. Фига себе. Ты два, банан, что ли, утрамбовал? Потом банановый паук же не стал его открывать. Ты знаешь, что ты про банановый паука? Банановый паук? Нет. Банановый паук. Внутри живет? Да. Это, между прочим, убийца. То есть он внутри, я может сейчас, поселиться я сейчас буду пугать людей, на самом деле. Есть такой банановый паук. Бананы, которые привозятся из иных стран. Есть всегда вероятность, что в этом банане будет паук, который вылезет из банана и может укусить. И дело в том, что это настолько ядовитый паук, что он просто-напросто убивает. Поэтому обязательно посмотрите. Моментально. Ну, 5 секунд после укуса. Не ваншот, конечно, но много людей убил уже. Прошок. Нужно посмотреть людям видос в Ютубе про бананового паука обязательно. Окей. Банана спайдер. Я вот вообще на вы стиральной машинкой, что нам порошок нужен или... Да, нам нужен порошок. Но смотри, нам в любом случае нужна секция, где продается все для стиральной машинки. Toys, shoes, baby gear, furniture, shoes, save money, live better, menswear, women's entries, frozen meals, ice cream. Давай ice cream купим. Я увидел ice cream. Ice cream. Вот, all purpose cleaners. Давай. А, вон, и trash bags. Ты брал trash bags? Yes. Yes? Какие? Какой объем? 13 галлон. Объем 60 сантиметров на 71 сантиметр. Объем 49 литров, 13 галлонов. Cool. Жопу есть чем потирать? Что? Жопу есть чем потирать? Конечно.
dish, laundry. Ну вот, наверное, laundry. Вот ты уже, кстати, смотри. Это для, ну, типа, ласка. Жесткая да. мужская стирка. Да, да, да. Она жесткая мужская стирка. Ну смотри, можно либо порошок купить для цветного белья, либо можно таблетос купить. Я пока не... А есть что-нибудь? Че? И туда, чтобы было. И в туда, и в туда? Да. Универсальный порошок? Да, мир еще не изобрел такое? Изобрел. Но я пока не вижу какой-нибудь вот такой небольшой коробки. Ух. Хозяйственное мыло, говорят, вам зайдет. Ну вот есть Тайд. Это порошок. Порошок, да. Не хочешь порошок? Боже, это точно. Параропа. Powerfully clean. Poderosamente limpio, naturalmente fresco. Clean burst. Ну, тут даже не написано color, это не color. Я не понимаю. Сейчас посмотрим. Мне это немножко смущает. Two weeks of freshness. Не, ну давай такой то не будем брать, если непонятно, что куда. Здесь тоже непонятно. Ну вот смотри. Видишь all, например. All stain lifters. Free clear of perfumes and dyes. Recommended by dermatologist. Ну вот прекрасно. Да. То есть ты ведешься вот на такие рекламные. Конечно. Херовины. Короче, признай, если бы мы остались одни, мы бы не выжили, наверное. Да не, кладя, брат, ну это тоже порошок. Ну да. Порошок для пить, мне кажется, этот... Там же у нас были эти... Ну давай таблетки купим, окей. Можно водичка, можно таблетки, да. Сейчас че... Я просто не видел их. Это dishwasher, то есть это для посуды. Это для посуды. Да, синенький. Блин. Ну вот, смотри. Кажется, я нашел. Примерно такая херня там стояла. Да? Ну да. А вот, кстати, и таблетки. Таблетос. Mighty Packs. Это туда прям закидываешь вовнутрь. Free Clear. Так, ну давай посмотрим, в чем разница. Так, Free Clear и Oxy. Ну смотри, какая огромная. Нет, нам такая не нужна. Просто я помню, что примерно такие там стояли. Значит, мы на правильном пути, наверное. Слово, наверное. Короче, ладно, давай таблетки. Давай. Какие вот тоже таблетки. Power вот. Core. Немного таблеток. Вот давай вот эту возьмем. К тому же я свои вещи уже постирал, мне рисковать нечем. Смотри. Superior whitening and brightening. Это ведь плохо. Но с другой стороны, restores white and protects colors. Покча. Потом отдельно будет стрим по стирке. Что теперь? Так, смотри, значит, стирать есть чем. Да. Орешки есть, яйца есть, на завтрак молоко есть, хлопья, печенье есть, водичка есть, сачанские есть. Грудки. Грудки берем. Сейчас. Пойдем. Что-то еще? Помидорчики. Помидорчики, разве что огурчики. Так, ну отлично, занял всего 10 минут выбрать. Блин, у меня теперь в носу этот порошок. Не на руках. Аккуратнее с этим. Так. Пиво, говорят, нужно купить. Пиво так, есть? Пиво есть немного еще. Но оно особо... Сегодня дядя Леша приедет. Да надо пиваса взять. Чипсы, наверное, надо взять еще, да? Да, можно. Барбекю есть. Любишь барбекю?
Или чем проще, тем лучше. Ну, типа, без всего, вот, классические, они же тоже вкусные. Да нет, классические мне не нра. Не нра? А вот onion, наверное, нра. Да, onion нра. Со сметанкой. Табаско тоже есть. Честер любит читос. Это что такое, супы? Swiss Miss Marshmallow. Hot Cocoa. Блин, уже готовый шоколад с маршмеллоу. Что? Хлеб хоть. Хлеб, да. Вот вы какой-то брали вкусный? Вон, хлеб, снеки, нужно пицца, замороженные снеки, frozen meals. Snack cakes, frozen pizza. Ты чё, у них нет что, мяса обычного? Походу нету. Я пошел. Все, Денис, я пока это здесь останусь. Что это такое? Я купился на яркую упаковку. Куда он пошел-то? Так. Блин. Зачем мы зашли в эту секцию? Зачем? Это хлеб с грибком. Если раньше он стоил без грибка $1.42, то сейчас с грибком он стоит $1.32. Класс. Лепешки. Есть нормальный хлеб, не американский. От этого так и пахнет синтетикой, химозой. Будто опарыш. Вот это ничего такой хлеб, мне нравится. Французский. Так, где этот мясник? Fresh meat. Думал найти это крабовые ноги. Палки? Не палки. Ну, дядь Леша из Грейли, чтобы он сделал. Он в прошлый раз сделал, вы съели две палки, а все остальное выбросили. В смысле выбросили? Ну вот я выбросил сегодня. Да, ну, ладно. Мы что-нибудь взять, может тоже. Ну, не пропадет в любом случае. Женщина-то у нас есть. Ну, хотя бы одна. Которая умеет готовить. Мы же можем заморозить. Вообще, я не уверен, что женщина может что-нибудь готовить. Но мы можем надеяться. Поэтому можем взять вот эту штуку, допустим. Интересует? Да. Ты ничего в карман не положил? Положил. Случайно. Положил. Яйцо одно. Яйцо одно? Овощи. Так. Овощи, да. По сути, это... ну и хлеб. И... Ну это такой рандомный хлеб, да, честно? Ну не рандомный, это французский. Можно посмотреть что-нибудь в той секции. Окей.
И я предлагаю мороженку, наверное, купить. Какую-нибудь вкусную мороженку. В прошлый раз мы такие брали, да? Peanut butter. Ментоловая, ММДМС. Мексиканское мороженое. Слушай, какое оно все цветастое. Как тебе вот это вот? Бэйбис, банана бэйбис. Здорово. Да. Не, как хочешь. Говорят, что так больше удовольствия доставляешь. Я люблю фисташковое мороженое. Прям обожаю. Тему сменил-то. Не понимаю, о чем ты. Сникерсы. Сникерсы, сникерсы. Можно взять сникерсы. Примерно то же самое, что мы брали в прошлый раз, хотя потому что они такие удобные. Ты взял, достал маленькую мороженку. Не нужно накладывать ничего и так далее. Одно из самых топовых — это Magnum, но здесь нету Magnum с белым шоколадом. Ты что, будешь брать мороженку? Да, давайте. Давай ты одну упаковку возьмешь, и я тоже выберу. Так а зачем? Можно небольшую просто взять. А, ну вот, смотри, боже. Боже. Орео мороженое. Боже, Орео? Мы же взяли уже печенье Орео. Не? Да, возьми мороженое. Угу, да. Нормально. А, пчелы и бананы. Хорошо. Да. Так, ну что, все? Хлебушек можем посмотреть. Смотри, рожки отдельно для мороженого. Ты хотел крупы, овощи? Овощи, да, и, возможно, хлеб поменять. Для мира, кто знает. Типа в Америке же все живут такие печеньки с молоком, понимаешь? И не толстеют, да? Толстеют вот такие вот с крошкой, да. С шоколадной крошкой. То есть ты хочешь такие взять? Там... Нет, в принципе, с молочком, да? Вот чтобы, ну, конечно, прям исфоткаться, конечно, на память. Да. В дополнение или меняем? Да вообще у нас очень до хера получится всего, мы это все не съедим, мне кажется, при всем уважении. Можно Орео выложить. Выложить Орео? Это, мне кажется, звучит как преступление. Чёрт, не знаю. Ну, решай. Можно не брать. Да, поехали. Уверен? Да. Если Денис нужно принять волевое решение, то я готов это сделать. Хорошо. Смотри, можно купить яблочный пирог. Ты смотрел фильм «Американский пирог»? Там вот holes. Я не знаю, что это такое, но внутри, наверное, что-то есть. Или нет ничего. Лола, это что за рофл? Old Fashioned Cake Donut Holes. Сухари просто. Для супа, типа? Ну да. Блин. Как натурально. Очень хорошо. И не отличить.